Травматологический пункт – это подразделение поликлиники, которое предназначено для круглосуточного оказания медицинской помощи лицам, получившим травму. Именно сюда в первую очередь обращаются с растяжениями, ушибами, вывихами, порезами, переломами и другими повреждениями, которые не требуют немедленной госпитализации пациента. Некоторое время назад в одном из СМИ появилась информация о том, что в помещении детского травмпункта на улице Коли Миготина наблюдается теснота. Главный врач Курганской детской поликлиники, к которой относится травматологический пункт, объяснил это следующим. Делалась фотография, где у нас в узком маленьком коридоре стояли люди. Но там, как вы понимаете, когда детей приводят в травмпункт детский, там сопровождающих один или даже два человека взрослых. Тем не менее, руководство медицинского учреждения взяло сигнал на заметку и приняло решение расширить площадь травмпункта. Мы собираемся, проработали с департаментом здравоохранения по комфортному пребыванию детей с родителями в нашем травмпункте. То есть мы сейчас собираемся буквально с ноября месяца сделать дополнительную зону ожидания в детском травмпункте. Чтобы до ноября снизить нагрузку на детский травмпункт, для повторного приема пациентов будут направлять в поликлиники по месту жительства, прежде всего на улицах Коли Миготина и Савельева. Прорабатывается сейчас вопрос, я думаю, что когда мы подготовим помещение, я думаю, что к концу года, к началу 2020 года, мы решим вопрос с повторным приемом деток после травм на механическом поселке, кто проживает в зоне Заозерного, Северного. Также в детском травмпункте собираются установить инфомат. Он будет распределять пациентов по кабинетам, выдавать талоны на прием и снизит количество конфликтных ситуаций в очереди. Я думаю, что все эти меры, они позволят нашим пациентам и их родителям более комфортно чувствовать себя при какой-то вот такой экстренной ситуации. Максим Хохонин, Николай Волков, Александр Киселев, Антон Тиженков, информационное агентство «Курган.ру».